спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Эвалар». Если смена погоды ухудшает самочувствие, принимайте лекарства «Гинкоум». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкоум» устраняет головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкоум» – в два раза дешевле аналога. Какая погода ожидает вас днем 21 сентября, расскажу вам я, Юлия Гадар. Дожди продолжаются, а температура опустится на 1-2 градуса. И так продолжаться будет каждый день. Не убирайте зонтики, доставайте головные уборы. Осенняя погода коварна. Плюс 14 в Бийске, Заринске и Камне-на-Оби. 15 градусов в Алейске, Белокурихе и Тальменке. 16 в Славгороде. 17 тепла в Змеиногорске и Рубцовске. А теплее всего будет в Кулунде, плюс 18. Краевую столицу ожидает дождь, днем 14 градусов выше нуля, ветер западный 5 метров в секунду. О погоде это все. Я желаю вам везения и отличного настроения. Всего доброго. До завтра.